25 апреля одному из самых ярких и неоднозначных деятелей на российской политической арене, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, исполнилось 73 года. Ивановские активисты решили поздравить лидера своей партии с днем рождения в его эксцентричном стиле. Партийцы организовали автопробег под своими знаменами по улицам города. Жириновский возглавляет ЛДПР с момента ее основания. Он четырежды был кандидатом в президенты. С 1993 года занимает должность депутата Государственной Думы. С 2000 года является заместителем председателя. Данное мероприятие организуется и нами, и всеми региональными отделениями по всей стране. Мы от всей души, от всего сердца желаем Владимиру Вольфовичу здоровья, успехов на политической арене, победы на выборах на всех уровнях.